1 по 6 февраля при непосредственной поддержке муниципального образования город Колпино на базе детского лагеря «Восход» Лужского района Ленинградской области активное участие в оздоровительном выезде, организованном межрегиональным общественным движением «Всем», приняли учащиеся учебных заведений города Колпино. Всего в выезде участвовало 70 человек. За время выезда молодежь из разных учебных заведений Санкт-Петербурга, в том числе ребята из школы 588 города Колпино, Санкт-Петербургского политехнического колледжа и Ижорского политехнического профессионального лицея, успели познакомиться, сдружиться весело и с пользой провести это время. 5 дней пролетели незаметно. Организаторы смогли объединить современные научные подходы в воспитании и формировании личности и коллектива с опытом советских лет в области работы с молодежью. Выезд был организован таким образом, что утренние тренинги-семинары сменялись активной программой после обеда, а к вечеру все снова собирались в большом зале и продолжали разбираться с вопросами, так остро встающими сейчас в молодежной среде. Многообразие информации разбавлялось такими играми, как теннис и баче, шашки и шахматы, нарды и домино, зимний футбол и катание на лыжах. В непринужденной обстановке удалось объединить разные возрастные группы, ведь самым младшим на выезде стали 9-классники, а старшими – аспиранты вузов. Разница в возрасте никак не мешала, а скорее даже способствовала общению, передаче опыта и знаний. Этот выезд, ставший уже традиционным, является ярким примером проведения неспецифической первичной профилактики наркозависимости среди молодежи, а именно показывает, как можно весело, здорово и с пользой проводить свой досуг, а также примером самоорганизации в молодежной среде, когда школьники, студенты и аспиранты получают управленческие навыки непосредственно на практике. Надеемся, что в следующем году наш выезд соберет еще большее количество активных ребят. Меня зовут Андрей. Меня зовут Женя. Мы студенты Санкт-Петербургского политехнического колледжа. Понравилось очень чувство вот этого большого коллектива. Здесь как-то просто. Смотришь на всех вот этих вот людей, понимаешь, что за каждым может подойти и обратиться к нему со своей просьбой. Он не будет против, он поможет. Меня зовут Шамиль, я приехал из Колпино. Самое больше мне понравилось, это дружный коллектив, так как сказать, люди не очень агрессивны. Потому что в некоторых лагерях я тоже был там, или в походах, там, человек, блин, найдется, который, блин, неравнодушен ко всем нам ходит, блин, грызается, т.п. Здесь нет таких людей, здесь не вижу таких. Желаю удачи, счастья, блин, и также оставаться дружным коллективом. Меня зовут Леша, я из Колпино, школа 588. Понравился коллектив, дружный коллектив. Ребята, которые, с удовольствием едут сюда и с удовольствием друг друга встречают. Вот это самое главное. Ну и, конечно же, обсуждение, те мысли, все то, что я здесь узнал, и все то, что рассказали.